Headshot. Headshot, сучка. Кинокомпания «Не та кнопка» и Российская академия хедшотов представляет. Это огонь. Или почему Ракутагину понравился Black Squad? Приветствую вас, леди и джентльмены, дорогие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, наш добрый товарищ Кэп. Буэнос диас, амигос. Благодарю тебя, Кэп. И игра Black Squad. Я посмотрел и под прошлым видео нашей рубрики «Пробный нагиб» я увидел, что больше всего просят заценить эту игру. Ну, действительно, она достаточно свежая и, похоже, многим зашла. Я решил попробовать, откатал уже несколько каток, посмотрел, что есть в магазине, посмотрел, из чего состоит игра, попробовал оружие, пострелял, посмотрел физику и так далее. И хочу сказать сразу, игра мне очень понравилась. Игра хорошая. Игра, конечно, не AAA, это понятно. Ну как? Заебись водичка. Нормальная водичка, Кэп, подожди. Сейчас привыкну, нырять будем на 50 метров без проблем. Именно так, ну впрочем, как всегда. Я думаю, старый рачишка свой навык ставить хедшот должен применить так или иначе. Хедшот, baby, you get owned. Да. Ну что ж, братишка, один фраг ты уже сделал. Будем надеяться, хотя бы еще один сделаешь. Ну а в целом, с почином. Благодарю тебя, капитан Очевидность. Твой неиссякаемый оптимизм вселяет в меня невероятные силы. Сейчас я это продемонстрирую. Особенно вот это. Может быть, еще один фраг. Это круто. Да. Так вот, леди и джентльмены, как вы видите, графически все очень даже даблкил на уровне. Модели оружия приятные. К сожалению, для того, чтобы бегать, надо доставать нож. Я, знаете, противник этого. Я считаю, что все должно двигаться вперед, как бы ничто не стоит на месте. Но, к сожалению, некоторые традиции настолько въедаются в мозг некоторых разработчиков, что они считают, что типа это скилл. Хотя все-таки здесь разработчики пошли на компромиссы, поэтому есть кнопка рывка. А рывок, собственно, заключается в таком же нажатии ножа, только пока вы держите эту кнопку, игрок достал нож, и когда вы убираете, соответственно, ножик убирается и снова достает основное оружие. Ну, сойдет. Что касается отдачи, это очень интересно. Как я понимаю, многие разработчики free-to-play используют чужой опыт, да? И в том числе, наверное, опыт таких игр, как Counter-Strike и Warface, где процветают осевые макросы. Используются оси X, Y для того, чтобы написать скрипт, который будет гасить отдачу полностью в ноль. Поэтому разработчики Black Squad, как я понял, используют этот опыт, понимают, что... Excellent, детка. Не все так просто. И поэтому они пришли к достаточно интересному решению. В целом, отдача, во всяком случае, у дефолтного вот этого автомата, она идет вверх. Это действительно так, и она всегда похожа, но есть одно отличие существенное. В одном случае она пойдет вверх-влево, а в другом вверх-вправо. То есть, похоже, но все-таки идеальные точки ты не добьешься никогда. Это, в принципе, невозможно, поэтому... Первые 1-2 пули, они и так летят в точку. Тут особо и контролить ничего не надо. Поэтому можно вполне поставить качественный хедшот. Ну а далее, извините уже меня, все-таки оружие автоматом должно попадать в область, а не в идеальную точку. Поэтому в целом я одобряю такой ход, это интересно. Что касается самой отдачи, она несложная. Просто легким движением руки вниз все это дело гасится и без проблем. Стрельба от бедра является, конечно же, менее предпочтительным вариантом на больших дистанциях, но надо заметить, что в отличие от того же Warface, все-таки здесь дистанция стрельбы от бедра достаточно высокая. В режиме прицеливания тоже никакого дискомфорта не возникает. Надо заметить, что в данной игре хедшот, детка, прицелы достаточно симпатичные. Риски прицела сделаны хорошо, в отличие от многих free-to-play шутеров. В целом, вы знаете, в графическом плане, в плане текстур, анимации персонажей, игра очень хороша. Действительно, очень хороша. Для free-to-play это очень высокий уровень.
При том, что бюджет здесь, я как понял, не самый высокий. Я это понял при обучении. Когда ты проходишь обучение, там есть некоторые моменты синематики, есть, соответственно, некоторые заставки. И там понятно сразу, что бюджет все-таки был далеко не Warface, это далеко не Crytek создавал. И, ну уж тем более, не какая-нибудь AAA студия. И тем не менее, вы знаете, получилось у разработчиков создать очень-очень достойный проект. Если честно, сегодня на рынке фри-то-плей шутеров я ставлю этот шутер на второе место. Но с перспективой даже занять первое. Конечно, это очень условно, все-таки первое место. А вы сами знаете, что сегодня первое место фри-то-плей индустрии, что касается шутеров. В всяком случае, на территории СНГ это вне всяких сомнений Warface. Но есть один проект от компании Wargaming, который все, наверное, вы знаете. И неизвестно, какой там будет сеттинг, что будет, как, неизвестны все подробности. Пока что непонятно, если он будет похож и зайдет игрокам. Тихо! Кажется, с вентиляцией головы у него теперь точно проблем не будет. Это точно, да. Впрочем, как и у тебя. Благодарю, да. То есть все отлично, все отлично. Конечно, понятно, что время не стоит на месте. Все-таки это шутер ближе, ну, к старому типу шутера free-to-play, а-ля Point Blank, Crossfire. Ну, в принципе, можно сказать, это почти Warface. Это очень круто, это очень хороший уровень. Здесь не решает донат, не решает, ребят. Но только на данный момент. Что будет дальше, непонятно. Будет ли локализация в России? Вполне может быть. Пока что мы довольствуемся Steam-версией. Если будет локализация, а именно перевод в Steam, а не локализация классическая, как у нас бывает в России, а потом лютый донат, то это будет очень круто. Игра пользуется популярностью. Очень и очень много игроков здесь. В целом, вы знаете, вообще пока что не к чему придраться. Вот, ну, конкретно придраться не к чему. Для free-to-play это очень круто, ребят. Серьезно, это очень круто. И даже я вам больше скажу, даже не каждый AAA так зайдет, потому что тот же Call of Duty вы поиграете месяц, два, три, потом вам надоест. А тут постоянно будет новый контент. Игра только начинает свой жизненный путь. Все круто. И перспективы очень и очень высокие. И игроки будут играть в эту игру. Я не сомневаюсь. Если не появится что-то такое, что прям порвет, то будут. Если будет, опять же, развиваться. Если разработчики не будут сидеть сложа руки. А я думаю, что они не будут. Проект понравился. Поздравляю, Рокутаген. Рачки отфармлены. Добро победило. Дай пять, бро. Красава, Рокутаген. Давайте посмотрим, каких же результатов смог добиться Рокутаген. Я стал галкой. Это великое достижение. Я считаю, промоушен вот, окей. И первое место без проблем. Пока донат не решает, пока нету существенных проблем, пока что все нравится и все прекрасно нагибается, леди и джентльмены, другие подруги. А если видео понравилось вам и вы хотите еще видео подобного рода, а может быть и видео по Black Squad дополнительные, напишите в комментариях, а также ставьте лайки, яйки чешите, это обязательный элемент. Вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. Увидимся с вами, друзья. Нагиб.